Всем привет! В эфире «Дети большого толка» – программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Невероятные факты, благодаря которым вы поймете, что наука – это здорово. Существует мнение, что звезды – основа жизни во Вселенной. Отчасти эту теорию можно считать подтвержденной. Ведь есть как минимум одна звезда, без которой жизни бы не было. Это наше Солнце, которое с поверхности Земли кажется таким теплым желтым шариком. В 2014 году была обнаружена самая холодная звезда – белый карлик. Углерод на ней кристаллизовался, и вся звезда превратилась в бриллиант размером с Землю. Только подумайте, огромный бриллиант размером с планету Земля. Вы наверняка слышали фразу «Сдай макулатуру, спаси дерево». Но сколько бумаги нужно сдать? 100 килограммов, чтобы спасти одно дерево. Думаете, это много? По статистике, один человек тратит 160 килограммов бумаги в год. Так что если все люди будут сдавать макулатуру, можно спасти от вырубки 8 миллиардов деревьев. Знаете ли вы, что подразумевается под выражением «орлиное зрение»? Видеть, как орел, означает способность рассмотреть муравья с высоты 10 этажа, различать больше цветов и оттенков, ведь ультрафиолетовый свет и иметь гораздо больший угол зрения. Изображения предметов, которые мы видим на самом деле, проецируются на сетчатку глаза в перевернутом виде. Но мы видим мир не вверх ногами, потому что наш мозг переворачивает информацию как удобнее для восприятия. И еще один удивительный факт про глаза. Знаете ли вы, что все люди голубоглазые? У каждого человека есть два цвета глаз. Нижний и верхний. Нижний всегда голубой, а верхний другого цвета. Поэтому люди могут поменять цвет глаз с помощью операции на голубой. Если сравнить кости человека с гранитом, то окажется, что кость прочнее камня на 250%. А если бы наш скелет был из стали, он не стал бы намного прочнее, но весил бы более 200 килограммов. Кто такой криминалист? Тот, кто первый появляется на месте преступления и собирает улики, а затем исследует и анализирует их. Каждый сантиметр может хранить важную информацию. Какую же? Сегодня наши юные корреспонденты откроют чемоданчик криминалиста и посмотрят, что там. Каждый преступник оставляет следы. Всем видно? Конечно, речь идет не только о следах от ботинок. Следов бывает очень много. Криминалист – это специалист с юридическим образованием. Он собирает улики. Порой микроскопические, невидимые глазу. Например, отпечатки пальцев. Чтобы собрать их, нужен магнитный порошок. Как он работает? Давайте посмотрим. Для этого оставим отпечаток пальца. Магнитные порошки могут использоваться только с магнитной кисточкой. Такой порошок, состоящий из смеси железа и черных частиц, притягивается магнитом, который находится на конце магнитной палочки, и его железные частицы образуют подобие кисточки. Когда магнитный порошок надо вернуть в контейнер, магнит втягивается внутрь кисточки. Такая кисточка не смазывает отпечаток. Как вы увидели, у каждого из вас получился ваш личный отпечаток пальца. Каждый из вас может его забрать домой. Отпечатки пальцев уникальны и неповторимы. По ним можно определить, был ли человек на месте преступления. А как называются собранные улики? Вещественные доказательства. Верно. Кроме магнитного порошка и лупы, в чемоданчике криминалиста много инструментов, колбочек и отверток. Здесь еще есть лак для волос. У всех может возникнуть вопрос, для чего же здесь нужен лак для волос. Как бы мы с вами понимаем, что как бы не сочетаются, да, две такие вещи, как криминалистика и лак для волос. Лак нужен для фиксации следов на снегу или на пыльной поверхности, которую легко может разнести ветром. Криминалисты лакируют ее, чтобы затвердело. Стамеска, чтобы взять кусочек двери со следами взлома. Множество видов скотча, пробирки для крови, а еще ультрафиолетовый фонарик, который помогает увидеть различные биологические следы, оставленные на поверхности. То есть, когда мы будем светить на поверхность, след биологический
биологический след – это след, который оставляет человек, допустим, слюна, там еще различные биологические следы. Они будут подсвечиваться. Работа криминалиста вдумчивая и спокойная, но интересная. Криминалисты – это настоящие эксперты, которые помогают следствию собрать улики. Их работа позволяет сопоставить данные и сделать вывод, создавая цельную картину произошедшего. Кстати, пойти учиться на юриста с изучением криминалистики можно сразу после 9 класса. Например, этой специальности обучают в Барнаульском педагогическом колледже. Новый год считается любимым праздником в большинстве стран мира. Его любят как дети, так и взрослые. С этим веселым и ярким праздником связано много примет и суеверий. Предлагаю познакомиться с увлекательными фактами про Новый год. Впервые отмечание Нового года было назначено на 1 января по приказу знаменитого Цезаря более аж 2000 лет назад. Это древние римляне сформулировали фразу «как встретишь Новый год, так его и проведешь». Поэтому они старались веселиться, дарить друг другу подарки, сначала вкусную еду, а позже и деньги. Поезд Деда Мороза впервые приехал в Алтайский край, расширив географию от города Великого Устюга до Владивостока. В этом году он сделал более 100 остановок в больших и малых городах России. В Барнауле Дед Мороз пробыл 6 часов и подарил детям сказку. Ни один наш выпуск не обходится без очаровательных котиков. Стоит вспомнить про них и перед Новым годом. Праздник нужен не только людям, но и четвероногим, которые еще не завели своего человека. Для питомцев приюта «Бусинка» в парке «Изумрудный» готовится праздник. Он пройдет 24 декабря во время открытия елки. Если вы думаете, как влиться в коллектив, улучшить оценки или просто стать счастливее, это интервью для вас. У нас в гостях психолог Ольга Шадрина. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Когда человек попадает в новый коллектив, как нужно вести себя, чтобы наладить в нем отношения? Ну, мне кажется, что каждый человек – это отдельная вселенная. Мы настолько уникальны, настолько неповторимы, что, попадая в какой-то коллектив, стремиться быть частью этого коллектива и понравиться всем – это немножко неправильно. В каждом коллективе, конечно, есть свои правила, но если человек будет таким, какой он есть, то он с большей вероятностью сможет найти себе тех людей, которые будут с ним на одной волне. И так и появляются друзья. Но здесь я бы хотела еще упомянуть о такой теме, как личные границы. Когда человек знает, кто я, что я люблю, что не люблю, что я могу контролировать, за что несу ответственность, и где рамки моей свободы, он понимает себя, понимает свои границы. И он понимает, что такие же границы есть и у других людей. И вот в таком взаимоотношении как раз и появляются здоровые отношения. С друзьями разобрались. А что делать, если в школе плохие оценки? На это влияет психологическое состояние? Как я говорю своему сыну, школьнику, что оценка – это послание учителя о том, насколько хорошо ты усваиваешь материал. И здесь действительно важно разграничить. Усваивается материал плохо, да, если оценка плохая, потому что что-то не получается, непонятно, не успел. Либо действительно это какие-то причины, которые не дают на текущий момент сосредоточиться на выполнении задач, отвлекают. И, возможно, ребенок чувствует какое-то напряжение, тревогу, решает его мозг не школьные задачи, а какие-то другие. И тогда для школьника нужно обратить внимание действительно самому на том, что происходит, почему у него такие оценки. Каждому знакомо чувство страха перед экзаменом. Нормально ли это? Как его можно уменьшить? Ну, во-первых, мы всегда помним, что все чувства нормальны, потому что это наши чувства. И это внутреннее наше состояние. И первое, что я бы хотела, чтобы каждый человек смог сделать в такой ситуации, это признать, назвать это чувство, сказать себе, что мне страшно. Когда мы переводим, называем это чувство, оно из вот такого вот
страха непонятного становится уже более направленным, мы можем уже с ним повзаимодействовать и понять, что же дальше делать. На самом экзамене можно перевести внимание внутрь себя, попробовать последить за своим дыханием, делать вдох, выдох и наблюдать, сконцентрироваться. Можно обратить внимание на то, что непосредственно находится перед школьником. Мне в таких сложных ситуациях помогает сказать самой себе, что если я попала в эту ситуацию, значит, я к ней готова. Потому что если бы я была к ней не готова, я бы в нее не попала. И это такое самопомощь, у меня вера в себя. Да, бывает, эмоции переполняют. А что можно делать с наплывом чувств в повседневной жизни? Здесь для взрослого самое простое – это просто попробовать оценить, а что со мной происходит сейчас, какие эмоции я испытываю. Но также нужно помнить о том, что те структуры головного мозга, которые отвечают за понимание эмоций, за их выражение и за контроль выражения этих эмоций во внешней среде, они созревают только в подростковом возрасте. Поэтому взрослому нужно не только обратить внимание на свои эмоции, помочь себе, но еще и помочь с этими эмоциями повзаимодействовать ребенку. Это, во-первых, проговорить об этом, выслушать, обнять, если это сложная ситуация, и начинать просто давать выход этим эмоциям в безопасном пространстве. Например, самое простое – это из тела, да? Работа с телом. Движение, спорт, танцы, физические нагрузки, всем общеизвестно, прогулки. Наверное, многие знают о том, что есть такая методика бить подушку, боксировать с подушкой, да? А у меня есть еще такая методика – это толкать стену. Упираешься на 10 секунд, сильно-сильно толкаешь стену, потом отодвигаешься, расслабляешься и вот раза три вот так вот чередуешь. Правда, мой младший сын не разрешает мне такое делать дома. Он опасается за наши несущие конструкции, верит, что у меня очень много сил. И любые другие моменты, которые помогают, творчество, кому-то уборку нравится делать, он понимает, что это его, да, успокаивает. Инструментов очень много, но что я хочу сказать, это то, что пока сам не поймешь, что со мной происходит, очень сложно будет выбрать тот инструмент, который будет действовать. Ну, раз мы говорим об эмоциях, что такое эмоциональное выгорание и откуда оно берется? Здесь я бы хотела вернуться к теме личных границ. И когда человек понимает, как со мной можно, как нельзя и как можно с другими, и с другими нельзя, это одна история. Но когда он не понимает, что сейчас происходит, когда он не может вовремя сказать «нет», когда он нарушается вот его, вот такие вот, его пространства, и в какой-то момент он все отдает, 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 и наступает такой момент, который называется порог терпения. А за ним уже происходит эмоциональное выгорание. Результатом эмоционального выгорания является уже такая обвинение, агрессия, претензии, что я вот все для вас, а вы. И если отмотать эту историю обратно, да, получается, что если бы человек вовремя прислушивался к себе, понимал, когда ему нужно отдохнуть, где немножечко выставить свои границы, то он как минимум сможет определить вот этот порог терпения, когда он к нему подошел, и понять, что все, стоп, и до эмоционального выгорания уже не дойти, помочь себе. Ну, большое спасибо, что пришли к нам в студию и поделились советами для школьников. Спасибо за ваш интерес. А я напоминаю, у нас в гостях была психолог Ольга Шадрина. Мы говорили о том, как изменить жизнь к лучшему. На сегодня это все. Я желаю вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить еду. Угощайте близких, дарите им радость, помогайте мамам. А еще я желаю всем быть счастливыми, хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока, увидимся через неделю.